На мобилке ты в тебе еще превращать телефон в сковородку. Жестко. Давно ты в так не играл. Boy, boy next door in a dungeon world. Золото после каждого выбора аугментации на кровь усилиях на один компонент больше. Блин, я раз за рандом, не знаю. Ой, нет, говно, вот это вот лучше, короче. Иония так себе. Полезный для композиции чемпион. Всегда какое-то говно дает. Надо уметь ролить полезных для себя чемпионов. Я слышал гачи по этому треку. Гачи по этому треку восхитительно. Одно из лучших. Даже или ты прям по метал треку слышал. Да, Наташа Дизмораль топ. Я не пойду в этих долбанных джиггернаутов, но пойду в моно что-то из этого, в зависимости от того, что придет в первых юнитах. Make me come, make me... Ну, вот это вот все. Rock and roll, let's just do it again. You can touch me there. You can finger in my ass, you can say. Что такое гача? Я играю в Геншинах, SR, Эйдер Гейзер и 7DS, Гранд Кросс. Что-то из этого гача с гача связано, а то я хз. Нет, есть гачи-музыка, а есть гача-игры. Пожалуйста, не путайте. Блин, ну это третий джиггернаут. И никого из Димаси или этих... Стример Самолигу не играет. Я дропнул ее в 2015-м. Хотел вернуться где-то в 2000... Как... В 2019-м Геншин вышел. Я где-то летом начинал снова возвращаться по чуть-чуть как будто в лигу. Но не вернулся, потому что вышел Геншин. Я решил, что Геншин мне стримить интереснее и приоритетнее, чем начать играть в Лигу Легенд снова. Пора ковать. Come on, Барби, let's go party. Yeah. Срезание углов или наковальня Орна? Вместо случайных наковальня предметов. Ну же поздно. Предметов насыпал. Сколько это? 10 уровней. 30 опыта сэкономит. Я лучше кузницу подожду. Make me come. Let us do it again. И чё, ничего из этого не подходит ни одному из юнитов, да? Oh, I'm having so much fun. Oh, boy next door. А, спасибо, спасибо, свой раз еще раз за заказики, спасибо. Хороший трек. Но случился Геншин, да, поэтому я решил, что... Лишка не для меня сейчас. Расширение дела случайно, бля. Неужели это будет сильнее, чем мое? Он решил отдать ашитамы, так он не хочет проигрывать, походу. Ха-ха, жесть, чел. Что? Эмблема бездны? Откуда? Жесть, меня сейчас Ариана убьет. Ладно, окей, whatever. It's in my heartbeat. It was in my bleed. Дариусы, Ноксусы. You save me, erase me. Может, искусников сыграть? Ни разу не играл. Ну, кроме... Ну, не, играл Тима. Мне не нравятся итемы, которые здесь можно скрафтить. Ну, почти выжил же. Ну, ладно. Engine с этим.
678. Гача название одного порнофильма, только с мужскими актерами, а гача это японский игровой автомат. Да. Это да. Может дать Sony Сёдзин? Why not? Хочу выиграть и продать Варвика и Мока. И походу я выиграю. Ну, а Сона. Морелку на ка... В смысле? Я ж проиграю сейчас, что ли, хотите сказать? Какой-то жалкий Т2 реально. Я понимаю, что у него больше юнитов, чем у меня. Ладно. Жесть. А что? Как? А почему? Ну, у меня, конечно, спящая кузница, но плиз. Erase me. Ну, Гарна возьму. С палкой. Звучит вкусно. Чем? Так, ладно, я, пожалуй, в Димасе, наверное, пойду. Может, Генсу ему скрафчу. Может, нет. Ну, я в не локет. Ой, блин, взял, жесткий будет. А, Т2 Тима мог быть. Дали помнак. Don't want it anymore. Be surprised. The good girl. Что за бакуганы? Кого? О, нет, он слева стоит. Шнимер D4 из-за чата не мог фаску выпить. А, классика. Игре уже месяц, они все еще не пофиксили этот баг. Чё-то это... Я какой-то слабый, я не знаю почему, я не знаю, что с ним делать. Ну, синий баф круто. If I'm not a good girl... Ну, Т1 юнит, но я не собираюсь ролиться. Посидим в устрике, какая разница? То, что ты идешь в Димасию? Ну да, наверное, но... А, и кстати, мои димасицы не получают доп. 5 брони и мэджик резиста. Ну 5 это так мало, поэтому вообще насрать. Ну вот что, почему он такой жесткий, я такой слабый? Сон с синим бафом, может на... Блин, ей чтобы с синим бафом начать кастить, ей надо кого-то убить. О, неужели, блин? Нихера себе, вообще никого убить не может. Чё у меня фронт такой слабый? Типа, ну, вроде джиггернауты. Они в несокрушимых. Чем здесь несокрушимых? Джиггернауты? Вау! И, кстати, Сёдзин может быть не так уж и плох. Так, я нашел способ стать сильным. I don't care. I don't wanna waste my time. For me. Dying always.
Лопатка, может задир собрать. Можем попробовать в 9 демасий, но это я не знаю, как это дожить. Ну уж, наверное, с этой, с кайсой-то я выиграю. Лопатка, да? Блин, задира звучит неплохо. По-моему, я все еще лузаю. У меня появился фронт немного. Why the fuck? Мой не исправишь. Эмблема сердце джиггернаут, а не эмблема. Но мне больше нравится коллективная оборона, кстати. Очень сильно по стетам как будто. Попи, вот, в смысле, что за кал? Задира нужен. Донатик. Спасибо, Сойрос. Спасибо большое за поддержку, за донат. Донейшн аксептед. Спасибо. У меня три фронта нету, чтобы получать бонус от коллективной обороны. Ё-моё. Отвратительно. Я почти уверен, что три демаси сильнее, чем два джиггернаут сейчас, чтобы сону не убирать. Как же он мимо кайсы выстрелил, вы видели? Ну все, пора уходить с лустрика, да, с кайсой-то. Ага. Ну я хорошо на лустрике на самом деле посидел, экономику подсобрал. Да, ну вообще я бы... Не знаю. А нужна ли Жоня для кайсы? По-моему, норм, да? Она, конечно, прыгает постоянно, но... То есть она сама упрыгивает... Может, лучше губитель? Ну, блин, 30 magic... Нет, это танковый айтем. Слушай, ну давайте попробуем, почему нет? Блин, Т2 кайса почти, что за жесть. Надо было Калиста, наверное, сюда поставить, хотя это не точнее. Да, она, конечно, не самый прям нуждающийся в этой... В этом айтеме персонаж, но поскольку прыгает по экрану. Архангел еще какой-нибудь бахнуть. Вместо генсы, да. Пускай АП копит, а не скорость атаки, наверное. А можно я топ-2? Я... Не берите кайсу, нет. Не, ну почему? Как я смог выбраться сюда и не забрал кайсу? Ну как? Ну почему? Ну, why the f... Кайсу просто на фронт поставь, и будет бафа, она отпрыгнет. Нормальная тема, кстати. Можно. Почти ты два кайса уже вот прямо сейчас, если бы чел не забрал. Жесть. Ну, и можно уже вот так вот сделать просто. Эмблема шаурмы. Надо было справа от этого поставить еще. Ну, три дима. Ладно, этот бонус фигня.
Жесть, кс1 сейчас кайсуз этот... Нет, она успела отойти, моди. А, ну вот она, да, это моя кайса, да. 6 бездны, классно, чел. Подожди, это не он, этот просто нашел. И этот просто взял и нашел кайсу, жесть. Как и я. Спасибо, свой раз прикольно песня, говорю. Спасибо. To be... А, тоже ошибка, кстати. Забыл, блин, резисты, хотя это бы ничего не дало. Вообще зелье надо брать. Зря этого не сделал. Мальзахар, как будто еще одна кай... У всех кайсы, даже если я бы соберу ее в Т2, тут уже две бездны. А, и Т2 зе... Чего? Сердце зауна, сердце стрелка. Т2 зери. Ну ладно, ноль экономики, ладно. Джервана с Гарин, Дариус не нужен. Дариус не нужен, а вот насчет Джервана... Ну да, конечно. Ну вообще, ну типа да, но... Чё-то я чувствую, что у нас какой-то посос собирается. Есть кто Шуриме? Потому что если вдруг у меня сейчас получится... Ну блин, я в 9 Шурим не выйду. Даже с эмблемой. Вот это безумно сильный чел. Хотя он только-только пилтовер закрыл. Еще Макрит. Душегуб. Чуродей. Мася должна вдохновлять своим примером. I don't need... Я не знаю. Офелий Т2. Чуваки, вы чё? Ладно, этот вообще в 8-й ноль экономики, но... Как? Как они все так быстро в бомжатских аугах вышли в таких сильных юнитов? Ладно, мне нельзя больше сидеть чилить. Мне надо что-то делать. 5 Димаси, 2 Задиры, звучит как посос, который ничего не делает. Да и вообще левел нужен. Все как-то очень быстро закрылись. Еще безумный хайрол. Книга особенностей. Может 7 получится. Я попробую 7 этих. Может задиры под ясиком. Да, стратегии нафиг, задиры норм. Агенса сюда. I have no fucking idea. Как-нибудь в него итемов бы выдать теперь, да? Ноксус громила, надо, не надо. Можно попробовать 6 задир, но это лук нужен. Сона это итемизированная, конечно. Мне нужно это 2 кайса. Вот эти темы бы перековать как-нибудь с лопаткой хоть что-то сделать.
Шурма Джиггернаут, странник, колдун. Чё у тебя сейчас, колдун? Расколы, истощение брони, порталы. Search for daylight. Нахрен люксу 5 димасей. Хотя это минус фронт немножко, но что поделаешь. Может, раскол сейчас зарешает как-нибудь на Magic Damage. Как будто бы нихера не сделает, да? О, Кайса, кстати, еще тащит по чуть-чуть. Но все-таки задира с генсой. Блин, а у него билвец итемизированная. Ню! Жоня зарешала. Офигеть. Т2, ургот. А чё я не последний? Как это произошло? Дайте лук. Я, слава богу, боже мой. 6 задир надо попробовать. 6, не 8, конечно, блин, не знаю. Задира райс, короче, сейчас будет. У него вроде баф от золота, у тебя 0. Это тот самый, да, количество порталов. Или он, или у всех райзов баф от золота на количество порталов. Задира же, ёпта. Ладно. Несокрушимый лучше Джиггернаут, ну если выиграю. Нет, я скорее всего еще Джаррена сейчас просто продам. У меня целый альбом закончился. О, Т3 Гарен. Классно. Как я своего в Т2 собрал, непонятно. Так, чё послушать? Песенки закончились. Вот задира, восхитительно. Прощаемся с Димасией, нет? Не, наверное, вот так вот просто сделаем. Хотя Дима, ну блин, Димасе тоже не очень надо. Райзы разные, да, райзы, райз отличается в зависимости от того, куда ты пришел, типа, кулок. Может, 8 попробовать? Ну, это Самира, какая этот, как-то сложно будет, наверное. 125 скорости. Ну, хоть немножко экономики попробую восстановить. Даже не до музыки сейчас. Продать полностью Димасию, оставить, типа, более жирный фронт какой-то. То есть, что-то такое. Мы с тобой еще не закончили. Люблю Димасию. Внезапно еще один райс. Ты что, сильная, нет?
Надо срочно этим раздавать. Ну, как-то так. Все, другого большего мне сейчас не дано. Все. Задиру скипнул. Мог. Легко мог. Ну, кстати, задира сена звучит прикольно. Я даже выиграл. Чел в 8 уровне каким-то образом. А кого я, Самиру скипнул или Ирелию? Неважно, на самом деле. Блин, этот райс, конечно, если придет, будет здорово. Но если не придет, будет... Кау. Громила, фрилерд, громила. Мне нет. Окей. Юни, задиры. Но сделать это нужно с умом. What? Ладно. Окей, я прям что-то резко хорошо усилился так, если честно. Что три локи-то, боже мой. У тебя урон есть? У него есть белвет, да, ты один? Ну как будто бы он слабее, чем я. Сейчас еще щиты накидывает. Типа у нее маны до хрена. И чем чаще она улетит, тем больше у нас щиточков. Вкусно. Гарана надо поменять. Задиру джиггернаута, да, на нормального джиггернаута. И этим джиггернаутом, конечно, должен быть Атрокс, но... Может, задиру еще в Райза отдать? За Ионию я отдам жизнь. Но сделать это нужно с умом. Варвик. Давай ты. Ладно, быстрее кастить будешь. Один Ноксус Самира осталось, да. Сурюгидон. Райз задира, конечно, кеква. Может, денег подкопить под Райза? Так, музыка. Музыка, где моя? Где моя музыка? Так, Undead Corporations я хотел прослушать, я прослушал. Че еще? Вон, давай джем просто на ютубе нажмем и все. Нормально. Нет, чел, я тебе это не отдам. Я не уверен, что мне это надо, но тебе не отдам. А вон и Самира, кстати. Но я чуть не уверен, что 6 задир сейчас будет хуже, чем то, что у меня стоит. Ну, вообще, не знаю, блин. Ари. Так, че, ролить или остаться так? 8 бездны, блин, на шор. О, боже мой. Калиста бы кинул. Может быть, да. Да хер с ним, наверное. Сколько ему денег надо, чтобы он своего странника реализовал? 25? Понимаю. Фу, я попался не против 8 бездны, окей. Ну что такое, это жесткий очень. Это вот он топорами какими-то из портала, да, раскидывается? Оттуда врагу начинают стрелять наемники, наносят магический урон, ранит, раскалывает. О, походу я проиграл, не? Или... Двадцать один хп, что? Иду в бой. By the flash of the neon lights. Вот этого выиграю, вот этому, скорее всего, проиграю. С темношором. Шестнадцать хп выбьет, он мне нет. Я не хочу до дракона все равно, этот, на самом деле.
Я не против Нашора, боже мой. Найс. Но у него Т2 кольца тоже сильное довольно-таки. Еще из центра расставился, балдеж. Я даже не знаю, как я так случайно сделал. Ну, я от Нашора расставлялся, но от Герольда тоже хотя бы не встанился. Тоже хорошо. Блин, Сена такую дичь творит какую-то своей билкой. Жесть. Гигантская хрень на весь экран. Слушайте, я хорошо адаптировался в этой катке. Прям нормально. Silence like the cancer grows. Чё-то Т2, Сену ищем, не знаю. Ладно, в топ-4 залез. Кто это кто песню перепел? Это Disturbed. Это Disturbed. But my world silent rage erupts fell. Ту-ту-ту-ту. On the call of the land of silence. And the people. Ну да, конечно, сейчас барабадон в него выдать. To the neon god. And the sun. Ролить или не ролить? О, no, не знаю. Ну хотя бы. Расставиться нет! Под Нашора. Под Нашором. Не под Нашором, ну ладно. Важно это или нет? Ну ладно. Все, мы скорее всего проиграли в любом случае, поэтому. Просто пока плейлистик себе бахнул. Длинной группы. Стоп. Я победил чел на Шоре. Ну нихера себе. Этого я тоже, видимо, выигрываю. Wishing I was dead. Кстати, третий шрим можешь закрыть. Wipe away my tears. Райс нормально дамажил. 9000, жесть, копим деньги. 50 золота. Задира Райс. I am not undone. Кастуй, не успела, что ли? Успели, найс. Блин, так не хочу ее продавать, но в то же время экономик. А чё чела? Типа, ничего нового нету. Я с ним, гарантированно. Но я, кстати, скорее всего, с фейком дерусь. I can take another step. I can't face... Блин, у него был вет Т2, кстати, по-моему, не было до этого. Когда-то бы, да, никогда, здорово. Может, я сейчас смогу выкинуть был вет? Не, не совсем, походу, не ее. Покусили. Блин, Т2 Белвет, видимо, выиграет ему эту битву. Хотя... Ну ладно, это фейк... Это не фейк был, я его выбил! Я выиграл! What? Что вообще? Так, это точно надо маркером на ютубчик. Из, реально, из топ-8 просто в топ-1. На каких-то, блин, эмблемах задир, не знаю, что было вообще. Кстати, Райза не показывает здесь на экране почему-то. Он исчез.